Давай, давай, давай. Ух ты, быстрая. Очень быстрая. Большой поворот, включи пониженную. Ты 38 лошадей нашел? Похоже, что все 500. Наша машина страх наводит. Я же сказал, одна лошадь не считается. Верно. Что ты сделал? Усовершенствовал распределитель, проложил новые провода, поставил новые свечи, покрыл керамикой трубопровод, починил заборники. Это сильно увеличило мощность. Настроил тайминг, отрегулировал карбюратор. Только и всего. Когда я даю газ, слышно, как воздухозаборник открывается. Всасывает большую порцию воздуха, отправляет ее в карбюраторы, и машина просто ревет. Послушай, ревет! Такое должна быть американка, громкой, стремительной и ревущей.